Ребят, всем привет, меня зовут Виталий Андреевец, собственно, вы на моем YouTube-каналчике, который уже 11 лет существует, собственно. Ребят, сегодня у нас с плакочкой обзоры вот на такую чудную клавиатуру, Оклик, фирма Оклик, вот, 777G. Собственно, спонсором данного выпуска является интернет-гипермаркет Зион, который находится в городе Гомеле, поэтому заходите, покупайте, там очень все дешево, качественно и как бы рассрочки там и так далее, все имеется. Сейчас переступим к распаковочке, зачитаем сразу технические характеристики, проверим эти технические характеристики по нашей возможности. Вот. Собственно, вот эта клавиатура, она является проводная. Вот, 104 клавиши, стандартные раскладочки, 10 мультимедийных клавишек, автоматическая конфигурация без специальных драйверов, то есть вы ее подключили, собственно, и она уже будет у вас сразу работать. Вот, поддержка функции антишоттинг с одновременным нажатием до 26 клавиш и ресурс на 10 миллионов срабатываний. Это основные. Вот, три варианта подсветочки и, как бы, в принципе, все. Длина кабеля 1,8 метров, вес 830 грамм. Вот и все, собственно. Вся распаковочка. Шутка. Будем идти дальше. Посмотрим, что у нас тут. Как это все... Упаковочки, конечно, они делают очень замечательные, вот, что их не открыть. Вот, то есть нужно специально иметь ногти, чтобы открыть эти чудные упаковочки, но их как бы не так просто приоткрыть. Но мы справляемся с этим делом и, собственно, имеем доступ уже к самой клавиатуре, которая довольно приятна. Кстати, ребятушки, здесь есть описание аркоста пользователя, поэтому прочтите перед использованием обязательно. Так, вот, собственно, сама клавиатура, ребята. Все, и прямо из коробки. Первый раз открываю, ребят, просто перед вами первый раз, даже ни разу не держал в руках. Итак, ребят, собственно, вот клавиатура у меня на столе. Довольно, скажу сразу, мне нравится. Кстати, стоимость этой клавиатуры 45 белорусских рублей. Вот, есть мультимедийные клавиши здесь, довольно большие. Что очень приятно. Очень пластик довольно неплохой. То есть по ощущениям сразу говорю. Дальше смотрим внизу, что у нас имеется. Так, отверстий у нас нету, которое отводит влагу или воду. Вот, резиновые прокладочки здесь. Здесь, как всегда, нет. Вот, но тем не менее. Вот вставочки. Сейчас проверим. Ну, стоит она довольно-таки устойчиво. На этом столе. Сейчас послушаем клавиши, как они звучат. Ну, довольно неплохо. То есть звук довольно тихий, ну, то есть относительно, это не механика. Что очень радует, это вот такой вот провод, который еще плюс 1,8 метра. Вот ферритовый сердечник есть внутри, видимо. Вот, и он в оплеточке такой тканевой. То есть довольно неплохо смотрится. Сейчас подключим, ребят, проверим, как она светится. Подсветочка там. Вот. Такой приблуда такая имеется. Вот, собственно, все подключилось у нас. Здесь вот три варианта. Первый, второй, третий. Ну, вот, и интересно, как она будет. Ну, то же самое. Вот, допустим, если переключить. Тоже. А, нет, по цвету мерцания только одним... А, нет, разными цветами. Вот, получается, три разных цвета, они будут мерцать. Вот. Очень неплохо, кстати. Интересно, будет работать. Ну, здесь не написано, кстати, вот, как должно было быть. Но все-таки понятно, что здесь вот эти вот кнопочки... С кнопочкой FN они будут регулировать яркость. Ну, тоже светодиодики есть, очень приятно. Ну, цифры с буквами не просвечиваются, что как бы не очень, по моему мнению. Ну, хотя нет, просвечивается, не просвечивается, просто очень плохо видно. То есть здесь, как бы, мне кажется, недостаток, это вот эти буквы, они достаточно не просвечивают. То есть их вечером будет видно. Но недостаточно. Поярче клавиатурочка была вообще замечательно. Тоже подсветочка идет логотипа здесь. Ну, она такая очень довольно приятная. Сразу скажу, что на ней приятно будет работать. Относительно, если это не критичный момент вот с подсветкой клавиш. По большому счету.
наверное, сказать больше нечего. Вот, ребят. Поэтому, если у кого-то есть такая клавиатура, напишите, пожалуйста, в комментариях, как она в работе, насколько долго она у вас находится, вот, за сколько покупали, тоже интересно, разные цены. Вот, и я думаю, что могу рекомендовать это как подарочек, для, в принципе, для себя, если там есть бюджетный вариант, немного денег нету, покупайте, будет очень классно пользоваться данной клавиатурой. Вот, ребят, такой вот обзорчик получился, небольшой, но тем не менее, клавиатуру больше ждать нечего, здесь нет Wi-Fi, здесь нет ничего, по факту провод только и вот все остальное. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пишите обязательно комментарии, ждите новые выпуски, и вот будет ссылочка еще на ролик, который будем делать, в общем, скажем так, обзорчик на все бюджетные клавиатуры именно фирмы Oakley, поэтому где-то здесь он появится. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем доброго вечера или доброго утра.